Путешествовать по Баварии очень удобно с турклубом «Город». На сайте город.де вы найдете маршруты и время отправления. В воскресенье мы собрались в небольшой городок Берсель, который находится в 70 километрах от Баварии, в сторону Южных Альп. Порт тургруппы в центральном железнодорожном вокзале Мюнхена около киоска Интерпечати. В связи с плохим прогнозом погоды группа собралась небольшая, но нам повезло. Большую часть дня погода была просто замечательная. Путешествовать на поезде по баварским железным дорогам очень приятно и комфортно. Горы всегда радуют и впечатляют своей красотой. За нарушение штрафует. Ой, да, а он выложит это, а мне штраф придет. Да. Я знаю, это... Так, типа это, я сниму. Да, 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 да. А сам отправится полиция. И по Путина евро служит. Курортная зона Барышцель, находящаяся в Баварских Альпах, популярна у туристов как летом, так и зимой. Но в теплое время сюда приезжают, чтобы совершить живописные пешие прогулки и насладиться великолепными видами на горы. А зимой же, когда ложится снег, открываются разнообразные трассы для любителей горных лыж, сноуборда и беговых лыж. За лыжные трассы взимается сбор 5 евро, зато трасса всегда ухоженная и удобная. Лыжная прогулка очень полезна для здоровья. Красивые пейзажи. Вот. А вот наш руководитель, который нас привел. А вот это Володя. Трасса для беговых лыж подготовлены классическим способом, чтобы каждый мог заниматься беговыми лыжами по своему вкусу. Есть несколько трасс разной длины. Проехав 12 километров, очень приятно отдохнуть в кафе, попробовать баварские сосиски и выпить горячего чая, а также немного позагорать. Вот мы находимся Циперфельд. Самое прекрасное место для катания на лыжах. Правда, нас сегодня немного, 3 человека. Вон Виктор и Володя. Так что, и Андрей. Красота. И я, да. Всем привет. Когда втроем, это самая хорошая компания. Да. Всегда можно сообразить и насчет спорта, и насчет других разных таких мероприятий. Посмотрите, какая красота вокруг. Сервис. Вот так мы встречаем Олимпиаду. За здоровье. За здоровье. За поход.
Отличная погода. Присоединяюсь. Мы получили очень приятную спортивную нагрузку и хорошо начнем новую рабочую неделю.